И мы начинаем наш первый влог о зиме. Сегодня в Киеве начались рождественские ярмарки. Всякие фесты, всякие новогодние елки, утренники, как в детском садике, где ты становишься на табуреточку, рассказываешь стишок, и Дедушка Мороз дарит тебе подарок. Вот. И что же тебе подарил Дедушка Мороз? Яблоко в карамели. И в воскресенье мы решили с Катей пойти праздновать европейскую зиму на Почтовой площади. Как это было? Первая рождественская новогодняя ярмарка в этом году у нас проходит на Почтовой площади. Это европейская зима. По неделям они распределили, какие страны они будут представлять. И начиная со вчерашнего дня, с субботы, у нас Германия. Там было очень много всяких деревянных домиков, типа как домики Санты, где разные продавцы продавали всякие вкусности, сладости, пирожки, круассаны. Мы съели нереально вкусное хачапури, которое просто оно было переполнено сыром, оно просто, ты кусаешь, он так тянется, тянется, я так люблю такое. А еще там был кюртушкалач. Кто не знает, что это, погуглите, потому что это очень вкусная штука, и очень важно, что в этот раз он готовился на огне, он готовился на мангале, это было впервые, я такое увидела. Обычно он готовится на гриле, просто крутится. Здесь был открытый огонь, он такой, пламя аж пыхтело, и он такой крутился, как крутится гриль, вот так вот. И еще там было яблоко в карамели. Оно оправдывало свою цену в 10 гривен, потому что его невозможно было откусить. Потому что, когда я его кусала, у меня такое ощущение, что зубы, они обращают ап и останутся в том яблоке, знаете? Это как... Я теперь понимаю суть сказки «Белоснежка и семь гномов». Она откусила яблоко, и она не впала в сон, она просто там остались зубы, и у нее был такой шок болезненный, что она просто упала. Серьезно. Но оно такое твердое было и нереально сладкое. И там был имбирный чай, который был без вкуса. Нормальный был чай, он пах лимоном. Вот именно, это было единственное его отличительное. И гринфилд за 10 гривен. Смотрите. Это было одно из самых первых празднеств в Киеве, и было очень много народу, потому что они хорошо так очень все организовали. Была специальная сцена для танцев, где люди танцевали, веселились, хотя там было темно, такое темнота друг молодежи. И Катя тоже повеселилась там под современные треки уходящих годов. Смотрите, что там было. Катя никогда не упустит возможности потанцевать. Assim você me mata.